Как далеко Сидней, зато близка Олимпиада. 4 года срок, но только не для нас. Для тех, кому попасть на игры эти надо. Я не попал туда и понял только сейчас. Я не попал туда, вины своей не скрою. Хотелось очень, аж до скрежета в зубах. Хотел великим стать и стать страны-героем. И слушать гимн родной слезами на глазах. Но потом был силовой экстрим. Турчинский, Шварценеггер. Я об этом не жалею, а я смотрю точку отрыва.